будто музыка для какой-то, знаете, интеграции, что я такой. Настали трудные времена. Хозяева уже не те, что были раньше. Лёша кореш постригся и убрал розовую прядь. Саша Парадевич спился и стал под пивасным алкоголиком. Данила Горилла перестал качаться и уменьшился в размерах без химии. Куэртов больше не хочет продлевать контракт и не появляется на хозяйских стримах. Илья XL стал настолько популярным ютубером, что ему уже просто неинтересно проводить время с пацанами. Плохой парень отлетел в бан и больше не может зайти на свой собственный Twitch-аккаунт и появляться на стримах у ребят. Вы чувствуете эмоциональное напряжение, вы чувствуете трудности, вы не готовы жить в мире, который вам построила судьба. Но, к счастью, специально для вас есть решение. Стримы Саши Фрамитамера. Ведь придя сюда с тяжелым грузом на душе, ты можешь выйти отсюда новым человеком. Ведь здесь ты можешь найти ту поддержку, которую тебе не дают в жизни. Бля, я таким бы охуенным был рекламным лицом. Вот неужели никакая